27 апреля, снег продолжает валить, и мы приступаем к съемке второго брейка на сегодня. Коробка Topps Premier 93-94. Вот единственное, вот так покажу. Не будем откладывать в долгий ящик, начнем потихонечку открывать. Так как у меня телефон режет видео после 23 минут, то, скорее всего, тоже не успею я справиться за такое время. Просто потому, что очень много карт опять показывать, и, скорее всего, они опять слипшиеся будут. Поэтому вот так вот мы сделаем. И смотрим пакеты. 12 карт в пакете написано. Я заявлял 15, да? Вот так вот. Прошу прощения, если кто-то рассчитывал, что их здесь больше. Написано 12 на пакетике. Начнем вскрывать пока. Коллекция уже не молодая, понятно. Но с другой стороны, я не знаю, вот сумма, как бы, которую я за этот брейк запрашиваю, я все-таки не считаю какой-то особо большой. Вот. А с другой стороны, как бы, можно всегда поностальгировать по фамилиям тех времен, да, их там первые карты этих игроков. Да и наших ребят в то время много играло, которые на слуху до сих пор, ну, то есть их помнят. Вот, поэтому, не знаю, мне такие коллекции приятно открывать. Вот, приятно видеть этих хоккеистов, изображенных в данных коллекциях. Ну, понятно, что ажиотаж, конечно, все-таки идет больше на новое. Вот, там и суммы порой в 3 раза выше, но они собираются как-то гораздо быстрее и проще. Все-таки еще, наверное, наполнение, гарантированное какой-нибудь там автографами джерси, оно тоже решает. Потому что народ у нас в последнее время не привык за базу выкладывать какие-то деньги. Но такова судьба, видимо, подобных коллекций. Для брейков они, может быть, не очень подходят. Поэтому, скорее всего, это была последняя моя такая замашка, что-то провести в плане старых коллекций. Вот, если вдруг будет выход на какие-то новые коллекции, тогда, может быть, я еще что-то проведу, вскрою. Вот. Ну, то, что карты слипшиеся, я почти уверен, потому что я уже открываю пакеты и на ощупь чувствую, что они там единым таким кирпичом присутствуют. Вот, вроде бы все скрыто. Последний пакет. Сюда. Сюда. Сюда, например. Так, немножко мусор прибрать. Что, поехали. Всем удачи. Первый пакет, да, все слипшееся, естественно. Нельсон Эмерсон, это Сент-Луис. Очень слипшаяся карта. Билл Рэнфорд, Эдмонтон. Адам Грейвс, Рейнджерс. Ну, сзади, кстати, тоже вот они такие перевернутые. Фотографии горизонтальные, здесь вертикальные. Марк Тинорди, это у нас Даллас. Да, здесь даже посложнее будет. Уголки немножко замятые. Вот, чуть-чуть. Петер Недвид, Ванкувер. Это у нас Фил Хаусли, Виннипек. Блин, ребята, здесь я, конечно, прошу прощения, придется потерпеть, потому что реально очень
Так, это вот пошли у нас параллелки. Вот Крейг Симпсон, у него серебряный низ. Вот, будем их отдельно, соответственно, определять. Дмитрий Квартальнов, это Бостон. Ой-ой-ой, да, прям очень плохо отходит. Кевин Миллер, Сент-Луис. Кэм Нили, Бостон. Роб Роуз, это Торонто. И Зарлей Залапский, это Хартфорд. Да, тут даже вытащить надо проблематично. Микаэль Андерсон, это у нас Тампа, по всей видимости, да, Тампа Бэй. Скотт Стивенс, Нью-Джерси. Эл Лафрейд, Вашингтон. Брайан Лич, Рейнджерс. Эндрю Макбейн, Оттава. Сергей Зубов, Рейнджерс. Он Гранд Фюр, и это параллелка серебряная. Ну, вроде серебряная. И еще одна параллелка, Брэндон Шенахан. Это у нас он здесь за Сент-Луис, да, получается, поступает. Да, Сент-Луис Блюз. Идем дальше. Дальше у нас Майк Кин, Монреаль. Эрик Дежарден, Монреаль. Билл Ренфорд еще один, это Эдмонтон. И Дэйв Кристиан, Чикаго. Ой, Чикаго, почему-то у меня ушел в другую стопку. Так. Гарри Сутер, здесь Калгари еще. Крейг Людвиг, Даллас. Том Барасса, NHL Second Team All Stars. Такая подсерийка, что ли. 175 номер. В принципе, он не сильно от базы отличается. Марк Фриер, от Тава. Вот из этой же серии Люк Робитайл. Далее Кевин Стивенс, Питтсбург. Ой, как. Шон Антоски. Это у нас Аню, да, Антоски, Ванкувер. Мэтью Шнайдер, Монреаль. Дэрил Сидор, Лос-Анджелес. Боб Проберт, Детройт. Блин, да, очень прям. Эти прям две хорошо слиплись. Оп. Майк Доннелли, Вашингтон. И Майк Ридли, это Филадельфия, по всей видимости, или Монреаль. А, нет, вообще Вашингтон. Просто на наружной стороне карты команда не указана. Например, вот по этой фотографии, да, Ридли, там можно несколько команд подумать. Сильван Турджон, это у нас Тава. Роб Димайо, Тампа. Диксон Уорд, Супер Руки. Это Ванкувер, а, да, Ванкувер Кэнекс. Ну вот новичков мы тоже отдельно будем, наверное, все-таки определять. Супер руки у них называется. Беннет Хогг, Айлендерс. Далее Фредерик Олаусон, Виннипег Джетс. Еще один новичок, Томми Содерстрём. Это Филадельфия, по всей видимости, да, Филадельфия Флайерс. Так, что еще у нас интересного здесь может быть? Так, опять слиплись очень сильно. Да, ребят, извините, да, за такую паузу, но потому что не хочется карты портить. Все равно, мне кажется, краска немножко у них отходит, когда их расклеиваешь. Брайан Лич, серебряная версия. Это Рейнджерс. Роб Стаубер,
Лос-Анджелес. Кен Данейко. Это Нью-Джерси. Да, прям вообще. Крис Челиос, Чикаго. Опять мне Чикаго хочется в сторону. Роб Замунер, Тампа. И Брайан Мюллен. Это Айлендерс. Да, краска немножко сходит. Смотрите, что происходит. Вроде стараюсь аккуратно, а все равно, видите, белые точечки. Так вот отходит, к сожалению, краска. Карт. Эндрю Макбейн, Оттава. Кевин Миллер, Сент-Луис. Дуг Кроссман, Сент-Луис. Боб Эссенса. Это у нас Виннипег Джетс. Дэйв Лоури, Флорида. Беннет Брюнет, Монреаль. Брэндон Шенахан. Это у нас подсерийка. Параллельная. Это Хартфорд. Ой, Хартфорд, Сент-Луис. Томас Стин. Это Виннипег. Крейг Дженни, это Сент-Луис. Рэнди Карлайл, это у нас Виннипег Джетс. Дуг Боджер, Баффало, по всей видимости, да? И Тед Донато, Бостон. Так, тут подбитым уголком, к сожалению, немножко. Таким Феликс Потвин. Ну, да, все равно видно немножко, к сожалению. Торонто, по-моему, моя Торонто команда, поэтому не так страшно. Так, это новичок, кстати, Феликс Потвин. Далее, Дрейк Береховский, Торонто. Санди Созулинш, Сан-Хосе. Джон Блю. Джон Блю, это Бостон. Какая маска черная, прикольная. Дальше, лига лидер. Адам Оутс. Ассист лидер. Пускай пойдет по серийке. Люсиано или Лучиано Борсатто. Интересно, откуда он? Вообще, вроде Америка. Вот это интересная карточка. Премьер Блэк. Вот такая переливающаяся. Написано «Winner». И что «Winner»? Мы, наверное... понятно. Наверное, мы выиграли какую-то карту черной версии. Нужно что-то было заполнить и отправить. Вот. Такая карта. Не знаю, что с ней делать. В принципе, вряд ли она кому-то нужна. Ничего интересного в ней особо нет. Вот, ну, подложу тоже в сторонку. Так, Филадельфия. Это у нас Рекки. Параллелка. Далее, Тревор Линдон, Ванкувер. Дэйв Ганье, Даллас. Майк Рикки, Квебек. И Роб Блейк, Лос-Анджелес. И тоже ужасный угол. Просто вот такой вот угол. Кстати, у предыдущей карты тоже. Да, не все гладко в этой коллекции. Тут вроде бы с углами все более-менее. Тревор Линдон, Ванкувер. Крейг Симпсон, Эдмонтон. Нейл Брейди, Оттава. Рэй Бург, Бостон. Брайан Нуман, это Чикаго.
Dixon Ward, это у нас Ванкувер. Рик Табарацци, или Табарацци. Это Вашингтон, по всей видимости. Да, Вашингтон, Capitals, вот такой параллельный вратарь. Валерий Каменский, это Квебек. Карты сами по себе тоненькие. Пол Стентон, это Питтсбург. Евгений Давыдов, это Виннипег Джетс, такой без маски, без шлема. Крис Кониос, или Контос. Контос или Кониос? Контос, да, правильно. Тампа Бэй. И Никлас Лидстрём, вот такой молодой, в Детройте. Чуть-чуть надо приоткрывать, чтобы было проще доставать. Так. Так. Крейг Дженни, Сент-Луис. Роб Пирсон, Торонто. Пол Коффи, Детройт. Сергей Немчинов, это у нас Рейнджерс. Майк Салливан, Сан-Хосе. Такой вот могильный у нас. В Баффало здесь могильный. Дуг Уилсон, Сан-Хосе, параллелка. Дональд Одетт, по-моему, Баффало. Да. Адам Оутс, Бостон. Дженни Оджинен, или Ойенен, может быть, даже правильно. Так, Рэнди Вуд, Баффало. И Павел Буре, Ванкувер. Лючано Борзатто, Виннипег. Шенберг, это у нас Хартфорд. Тут у нас молодой Клифф Ронинг. Ульф Самуэльсон, Питтсбург. Это что у нас? Эрик Линдрос. А Эрик Линдрос у нас супер руки. Новичок для Филадельфии. Брэд Дальгарно. Это Айлендерс. Это у нас Шон Антоски. Параллелка. Ванкувер. Джон Ван Бисбрук. Флорида. Майк Рихтер, Рейнджерс. Джоэль Лотто, Калгари. Боб Кудельски, Оттава. И Майк Модано, Даллас. Да, все-таки с уголками не у всех все так плохо, да, видимо, все-таки некоторые пакеты только оказались подвержены подобным повреждениям. Ларри Мерфи, Питтсбург. Дино Цицарелли, Детройт, Флорида, Флорида Пантерс, Андрей Ломакин, вот такой вот Ломакин, Феликс Потвин, уже без битых уголков, новичок, Рон Суттер, это у нас Баффало, по всей видимости, нет, Сент-Луис, Дэйв Лоури, Флорида, Флорида, по-моему, первый сезон был, поэтому... О, Павел Буре параллельный, кстати. По-моему, Флорида в 93-94 году первый сезон был, поэтому они все сфотографированы, это Полин Бостон, сфотографированы в таком виде, да, то есть не на поле, а не на площадке, а просто на фотосессии. Тот Крайгер какой-то, или Крюгер, Кригер, может быть, Вашингтон Кэпиталс. Дэвид Шоу, Бостон, Кейт Примо, Детройт и Тед Донато, Бостон. Идем дальше. Да, скрыть это, конечно. Шон Антоски,
Это у нас Ванкувер Канекс, Дэйв Ганье Даллас. Мартин Страка Питтсбург. Вот такой у нас гол against average лидер. Феликс Потвин Торонто. Диксон Уорд Ванкувер. Томас Штин Виннипек. Вот параллелка Дмитрий Юшкевич здесь написано. Это Филадельфия Флайерс. Серебряная версия. Потом еще одна параллелка. Нил Броттон. Даллас. Боб Роуз. Торонто. Брэндон Шенахан. Сент-Луис. Пэт Конакер, это у нас Лос-Анджелес. Сейчас мы попробуем отсоединить от Адриана Плавшича из Ванкувера. Так, это Лос-Анджелес, а это Ванкувер. Пэт Фалум, Сан-Хосе. Пэт Фалум, Сан-Хосе. Брэд Хедикан, Сент-Луис, наверное, да, Сент-Луис, такая форма была. Далее, Шон Антоски снова, Ванкувер. Эрик Дежарден, Монреаль. Ой, так, снизу у меня почему-то отцепилось. Даррен Торкот, Рейнджерс. Да, очень, конечно. Патрик Флетли, Айлендерс. Чек-лист, да, со 133 по 264 карту. Чек-лист уходит тому, кто наибольшее количество средств внес в брейк. Джофф Цирелло, Флорида. Франтишек Музил, или Мусил, это Калгари, по всей видимости. Вот Марио Лемье, Лига Лидерс, Марио Лемье, ой-ой-ой, Питтсбург Пингвинс. Нет, он не поврежден, все с ним, тьфу-тьфу-тьфу, более-менее хорошо. Далее мы имеем подсерийку Дуга Змолика, Вашингтон, нет, Сан-Хосе, прошу прощения, Сан-Хосе и Клод Лемье. Нью-Джерси.